Кокерил АХ, стелс-бронемашина, производимая бельгийской компанией Кокерил. Автомобиль имеет формулу 4×4 и обладает способностью скрытности. Это первая боевая машина, на которой применена система адаптивного камуфляжа. Она не сделает ее совсем невидимой, но поможет затеряться в доминирующем фоне и не будет бросаться в глаза. Инфракрасная и акустическая сигнатура также снижены. Кокерил АХ способна передвигаться на очень высоких скоростях по дороге и бездорожью с тепловой или гибридной термоэлектрической трансмиссией. Она обладает совокупностью датчиков, способных сообщать данные и обеспечивает беспрерывную слежку за окружающей обстановкой. На экране бортового компьютера отражается вся оперативная обстановка и предлагаются некоторые варианты действий. Умный шлем и бортовой искусственный интеллект помогают водителю и экипажу оперативно реагировать на изменяющуюся обстановку,